Уважение, восхищение, вдохновение. Три чувства, которые вызывает бизнес Дона. Он настоящий, как сами люди, которые его делают. Любое сопротивление только усиливает стремление быть лучше. Лауреаты премии «Бизнес Дона» создают, можно сказать, наглядное учебное пособие, как противостоять проблемам и вызовам времени. Гибкость и чуткость к переменам ростовский бизнес демонстрировал в 20-м пандемийном году не раз. Этот год выдался, конечно, очень сложно для всех. Но, с другой стороны, пандемия, она стала триггером для развития медицины. И нам удалось как бы пройти этот тяжелый путь. Премию мы планируем потратить на развитие. На расширение и на то, чтобы создать новые рабочие места. А мы производим оборудование для пищевой промышленности. В первую очередь это для производства различного вида консервов. Наша основная победа – это то, что мы прошли этот год успешно, сохранили штат полностью сотрудников. Вот. Ну, год прошел, конечно, как у всех тяжело. Вот. Сейчас выходим на новые уровни. Любо мне, когда зоренька ясная, багрянцем отражается в огне. На нашей земле растут не только пшеница и подсолнечник, но и компании. Сегодня малый и средний бизнес – это больше 170 тысяч предприятий, на которых трудятся 660 тысяч человек. Мы продлили на этот год комплекс региональных мер поддержки, который был разработан и внедрен в острый период пандемии. Кроме того, апробированы и применяются новые формы государственной поддержки. Для пострадавших отраслей экономики продлены льготные продукты региональных институтов поддержки, в том числе специальные микрофинансы. Каждому знакомы и чувства кризиса и неудачи, но если преодолеть этот миг, ты увидишь, что дальше только начало. Герой видеофильма, который сопровождал эту церемонию награждения, вышел из-за кадра и уже напрямую обратился ко всем с предложением вспомнить тех, кто помогал им в бизнесе и кого они поддержали в трудную минуту. Давайте вместе запустим эти самолетики взаимопомощи. Вы готовы? Я да. И если кто-то захочет изменить свою жизнь и стать предпринимателем, мы можем назвать как минимум 15 фамилий людей, способных дать дельный совет и поделиться опытом, как сделать свой бизнес успешным. Галина Белоусова, Тагир Фатахов, Первый Ростовский.